Привет, зрители! Здравствуйте! Обзор Пикселя 2, Google Pixel 2. Обзор я делаю в июне 2020-го. Можно сказать, что это какой-то старый телефон, потому что была серия Pixel 1, 2, 3 и 4. Самый последний сейчас 4, но он дорогой, ну, по мне, хотя там какие-то скидки бывают, но вся эта линейка, она не очень, она в тупик заходит, потому что изначально вот эта стратегия без карты памяти, с одной сим-картой, очень много заблокированных телефонов, ну чуть ли не половина, может быть половина или больших, они в них не поменять прошивку, заблокирован загрузчик, либо даже сим-карты не распознает. Вот этот у меня распознает. То есть здесь как бы разговор про Pixel 2, это не Excel, у которого меньше батарейка, и в плане всей вот этой... Да ё-моё, сейчас... Блин, я же ролик записываю. Надо отключить телефон. Что-то не знаю, кто-то звонит. Не знаю, спам, наверное, какой-нибудь сраный. Так, сейчас отключу. Сейчас отключу. Может, и по делу, да похер вообще. Какие дела? Все дела уже сделаны. Так, где найти сейчас? Сука, только один спам, говно. Один говноспам. Вообще можно входящий убирать. Ну чего он делает-то? О, полет. Все, включил режим полета. То есть это рассказ вообще об этой серии Pixel, про которую рассказывают, что они есть магия, уникальные. И вот у меня второе не было, у меня третьего, четвертого не было. Но я бы сказал как коротко, что нет никакой магии пикселей. Просто обычный телефон, да, прошивка от Google, это телефон. Сим-карты, конкретно эта модель сим-карты любые берет, но вот загрузчик заблокирован. То есть прошивку сменить нельзя. Ну, кому это не нужно, как бы им безразлично, но мне это не особо нравится. То есть вообще не нравится, что загрузчик заблокирован, он как-то вообще намертво. Никакие команды не работают. Есть серьезные недостатки конкретно вот всех вот этих вторых пикселей. Процессор 835, он очень быстро перегревается, когда под нагрузкой он находится. Если камеру еще включить со вспышкой, то просто ну, минут 5-10 очень быстро. То есть практически им невозможно пользоваться. То есть им можно, вот, можно включить, звонить, что-то какой-то браузер смотреть. Хотя экран маленький и батарейка маленькая, если она
2700, но здесь она уже как подержанная, то получается батарейка 2300. То есть 2300, и при постоянной передаче данных, ну как у меня используются постоянно данные, передают в интернет, то это маленькая очень батарейка. Она быстро садится. Может за полдня сесть, может быстрее вообще сесть. Ну, сами подумайте. 2300. Вот здесь конкретно. Вот здесь светодиод есть. Вот он моргает. Я не понимаю, он синий или зеленый. Только один цвет, по-моему. Белый, синий. Здесь вот. По-моему, есть водозащита. То есть. Есть куча обзоров, но, по-моему, это нигде вот так явно не отражается. Фактически он не рабочий. Если вы передаете данные и включаете камеру в это же время, это что, например, стрим делает? Он же передает данные и задействуется полностью процессор, он впадает в тротлинг, перегревается и прям выключается даже. Это все пиксели вторые, я уверен. Может быть, там Excel меньше греются или что-то. Но изначально это вот прям дефект всех новых, даже с заводов. Они знали, что под нагрузкой он 10 минут не проработает. Он просто выключается и пишет потом, перегрелся. Ну, очень быстро он перегревается. То есть, а что с ним еще делать? Вот если говорить, не передавать данные, в интернет не лезть, камеры не снимать. А что я должен с ним делать? Смотреть на эту магию? То есть я не вижу никакой вот этой магии, это все фигня. Магия от Google, тупиковая линейка с сильно завышенной ценой. Камера хорошая, да, камера хорошая, фотки хорошие, я бы не сказал. Вот как вот это самое главное Маби, вот камера, там все пишут, самая лучшая. Камера хорошая, стабилизация хорошая, по фото хорошие фотки. Но я бы не сказал, что они всегда идеальные. Где-то в процентов 90-80 фотки хорошие получаются, да. Но в 10% может промахнуться, и может быть нечетко, что-то смазано. Не прям же такое 100%. Так, и видео при 30 кадрах. Нормальная картинка, четкая. А при 60 видео получается шумов. Шумы много. Вечером шумы лезут сильно, причем много шумов. Точки на экране вовсю гоняют. 60 кадров, 1080 разрешение. Ну, я не впечатлен, ну, ужасно. Вот ужасно так. Столько шумов. Я, конечно, не сравнивал с какими-то другими. Ну, вот. Для вот идеального, как предоставляется вот это вот пиксель, идеальная линейка. Посмотрите, как они вечером снимают при 60 кадров. У меня много шумов вылезает. Я несколько раз снимал одно и то же. Разрешение падает там сильно. То есть фото отлично, видео я бы оценил средние возможности. Стабилизация отлично работает. Ну, для именно для этого телефона я бы стабилизацию оценил бы на пятерочку камеры. Ну, фото и видео стабилизация. Я сказал про недостатки серьезные с завода. Батарейка дохлая, перегревается, тротлит через 5-10 минут. Динамики очень тихие. Может быть, мне их поменяли, конечно, он не новый, не знаю, но очень тихие, очень. Камера спереди нормальная, но ну так себе. Даже какой-то старый Lenovo у меня был S930, по-моему, там была лучше камера. Вот, посмотрите.
Цвет этот называется. Поцарапался, что ли? Да, царапина. Так, а что, здесь тоже царапина, что ли? Здесь вот на ободке царапины. Так. Мне нравится больше матовый, на самом деле, пластик. Я не знаю, что это, металл. Мне пластик нравится. Царапина. Так. Два микрофона спереди, сзади. Ой, снизу, сверху. Слот под одну сим-карту. Я сказал уже, у меня он загрузчик заблокирован. Версия какая-то, по-моему, это американская. Что здесь нарисовано, в мусорку не выкидывать. Модель написана. Сканер пальца, зашибись. Я считаю, место отличное. Так. А. Нету под гарнитуру разъема. Это, считаю, очень плохо. Ну, потому что неудобно. Надо переходник носить. Есть эти переходники. Иногда они очень дорогие, иногда не очень. Аналоговый не подходит. Нужен с чипом. Тогда он работает. Ну, он тут напишет, что типа подходит, не подходит. Это неудобно, конечно. Смысла в этом никакого я не вижу. Потому что кому беспроводной, он же мог и так подключить беспроводной, если есть проводной. То, что нету карты памяти, тоже плохо, потому что маловато. Ну, я просто решаю, я видео сразу в интернет все гружу, поэтому проблему с памятью я решаю. Хотя, конечно, это тупая идея, что, ну, там вроде как производители решили, чтобы ты покупал больше, чтобы заставить тебя купить с большей памятью, дороже заплатить, поэтому без карт памяти. Ну, это все чушь. Мне кажется, просто люди покупают. Если у них деньги есть, они покупают, что попало. Я не думаю, что с этим, с размером, так связан доход. Ну, наверное, они так считают, что ты купишь 64, ну, потом ты поменяешь на больше. Но часто больших-то и нету. И, например, какой-то вот этот старший, который самой большой памяти, их очень мало в итоге продают, и никого они не разводят. Если бы они развели всех на большую память, но не, так не происходит. Ну, это какие-то тупилы маркетологов. Они тут тупые люди, и инженеры тупые. Так, вроде как есть влагозащита, я не проверял. Что еще? А, магия, магия Google, вот эта псевдомагия, которой нет. Вот он выключен. А, это включил. Вот я уберу, и есть Always Display, и он зажег экран сам. Вот, ты берешь телефон, и он такой сам включился. Вот это вот магия такая. А вот он выключился, я его положил, и он выключился. Я его переверну, и он перестанет звонить. Хотя это в других тоже телефонах есть такие штуки. Ну, прикольно, это зашибись, прикольная штука. По качеству он сделан нормально более-менее, но вот такие вот недостатки, как я описал. Разъем, кстати, питание сделан хорошо, здесь не болтается кабель, потому что вокруг еще есть такая пластиковая оболочка нормальная, часто болтается. Ну, в Xiaomi в планшете у меня болтается там просто ужасно. Что еще здесь? Лазерный этот измеритель расстояния. Не знаю, помогает он, по-моему, не особо. Так, в общем, телефон неплохой. Я бы как оценил его. Но вот эти вот серьезные недостатки, кому-то, может быть, это будет безразлично.
маленький объем памяти, который не изменяется с 1, 2, 3, 4, так 64 гигабайта. В первой серии еще было 128 гигабайт. Карточки нет памяти, сим-карта одна. Но мне пофиг как бы на это, но людям не нравится. Вечно половина заблокирована на сим-карты, закрутчик заблокирован этими американскими операторами. И батарейка мелкая. Ну, 2700, ну, она же старится со временем. И вот конкретно он, вот это вот еще не мега старый, конкретно будет у вас 2300, может быть меньше. Это очень мало при работе постоянно в интернет. А что еще делать с телефоном? Это несколько часов. 2-3 часа. Если камеру еще включать, еще меньше. Так, то есть вот это вот конкретно мне не нравится. То, что памяти я как-то подстроился, видео не храню, но то, что он перегревается, постоянно выключается, я даже снять не могу то, что мне нужно. Нужно ждать, когда он охладится. Из-за этого, ну, мне невозможно его нормально использовать. Батарейка тоже, ну, подзарядить можно. А вот этот перегрев через 10 минут, это невозможно исправить. И это изначально было с завода, потому что не решена проблема с теплоотводом. Там нужно больше было, больше радиатор цеплять. Но из-за того, что хотели сделать маленький телефон и мощный туда процессор пихнули. Ну, относительно мощный. Что в нем такого мощного? Он, кстати, умудряется тормозить, когда в Google камере картинки, там виртуальная реальность, дополненная реальность, картинки подпихиваешь, они там тормозят. То есть он даже не тянет свои вот эти вот эффекты. 4К видео он снимает. Не 30 кадров, а стабилизация. Даже по оптической, по-моему, есть, да, стабилизация. Я сейчас пока я не снимаю 4К видео разрешение. Ну, естественно, учтите, то есть, если будете покупать, то будут старая батарейка, будут какие-то помененные экраны. На какой-то более худший экран будет поставлен. Здесь я не знаю, меняли или нет. Он какие-то странные синим становится. Если под боками смотреть, синий. Вот здесь стоит стекло. Аккумулятор уже тяжело достать. Как устаревающая эта модель. Аккумуляторы, стекла. Здесь у этого стекла сделан вот такой вырез. Уехал. Вот вырез. И здесь вырез, вот этот тонкий кусочек может треснуть. У меня было уже это второе стекло, а первое вот здесь треснуло. Они бы делали сплошную, ну, с вырезом под динамик, а то вот это заденется, в итоге отлетит. Ну, стекло как бы недорогое само, просто неудобно постоянно их менять. Так, вроде все рассказал. То есть неоднозначное такое устройство по небольшой цене. Зашибись, отлично. Но обычно цена на них огромная. Те, которые дешевые, они все херовые. Там побитые, помененные. То есть нормальный вариант будет тяжело найти. То есть который дешевый, там все разломано. Который дорогой, состояние хорошее. Но, например, он стоит... Сейчас бы, если вот какой брать, какой-нибудь Pixel 3 можно было бы купить, их продают 20-30 тысяч. Ну, это есть новые телефоны, вполне нормальные. Не особо, ну, смысла нету в Pixel 3, например. А, еще забыл, да, есть хранилище неограниченное для видео, то есть ты можешь снимать 4К фотки, и они не будут ужиматься. Но это до... Сейчас тогда, подождите секунду.
Сейчас я посмотрю. Так, я просто смотрю, здесь написано неограниченное хранилище для ваших фото и видео в исходном качестве с устройства Pixel до 15.01.21. Блин, так это уже 6 месяцев осталось. Ну, старый он как бы не будет пережимать, как я понимаю, но вот 6 месяцев для вот этого телефона осталось. Ну, как бы зашибись, но видите, время тоже кончается. Это типа флагман был. Это только для флагманов. Пикселей для других, по-моему, не распространяется. Так, вроде все я рассказал, что помнил. Сама вот эта оболочка, да, Android последний. Ну, обычная гугловская вот это Android. На него я свои программки поставил. Root не получить, естественно, в данной версии. Для меня это плохо. Ну, как бы кое-как можно пользоваться. И без рута, в общем-то, неудобно, но можно. Вот такое вот устройство. Еще раз тогда вывод подведу. При маленькой цене их отличном состоянии, хороший, тогда можно покупать. А при большой цене, ну, я не вижу смысла особо. Что суперкамера, ну, много, по-моему, где можно найти неплохую камеру сейчас. Даже и с оптической стабилизацией. То есть нужно конкретно уже думать, что нужно вам. Большая батарейка, камера. Может, кто-то в интернет вообще не вылазит. Ему пофиг, тогда батарейка не будет садиться. Тогда он иногда будет снимать, либо только снимает. Если не активно использовать, то нормально. Если память не забивать, тоже. То есть под задачи, если подбирать. А, забыл еще сказать, в наборе у меня нету зарядного устройства, отлично сделано, я показать не могу, выход Type-C, Type-C на Type-C кабель, Quick Charge 3.0, по-моему, поддерживает, 4.0 не поддерживает почему-то, у меня нет этого зарядного устройства, у меня обычное. Ну, молодцы, это как бы я похвалил бы за это, что там кабель такой с маленьким разъемчиком Type-C с двух сторон, зашибись. Но USB здесь 3.0, по-моему, версия, а кабель, по-моему, тонкий дается, 2.0. Ну, у меня вот вообще Type-C нету 3.0. Быстрой передачи данных нет у меня кабеля. И я не знаю, в пикселе пихают кабель, он 3.0 вообще поддерживает или нет. Если бы поддерживал, то было бы здорово, круто. Вот это я даже не могу вам сказать. То есть, что с двух сторон зарядочка Type-C зашибись, а вот что, если она 2.0, версия USB, то это плохо. Это еще хотел я уточнить момент. Так. Вроде все рассказал. Пока он у меня не сломался, не продался. Вот я хотел заснять его. Особо интересно тестировать мне там первый пиксель, третий, четвертый нету. Если появились бы, кто-то дал на обзор, я потестировал бы. Брать, покупать самому мне даже неохота. Ничего нового там не будет. Раньше можно было в магазинах брать с манибеком. Не знаю, сейчас есть это или где-то в Юлмарте было с манибеком. Если бы взять вот с манибеком, я потестировал бы, может быть.
какой-то третий или четвертый там пиксель. Я не считаю сейчас, что вот я какое-то мега старье вытащил. Ну что, четвертый там пиксель, я посмотрел обзоры, там две камеры, мне не нужны две камеры. Что там еще? Здесь NFC есть оплата. Кстати, она работает, работает. Сейчас вот что-то не работает. Забыл еще момент важный. Квадратный экран, квадратный угол. Это отлично, это пятерочка, это не нужны закругления экранов. И плоский экран с квадратными углами, это отлично. Не нужны совершенно ни закругления по бокам, ни здесь закругления. Это уродство, это деграданство. Вот это вот просто вот пятерочка бы я поставил за то, что вот в этом телефоне это и есть супер. Ну, выреза нету, нету выреза. Пятерка супер. Вот забыл тоже указать. Это отлично, так и должно быть. Нафиг не нужны. Что не вырезы. Вот то, что даже здесь держишь вот так. Это же удобно. Ты держишь, и вот экран не закрываешь. Блин. Вот экран-то ты держишь, и все. Это же удобно, супер. Такие вот большие черные штуки. Это супер удобно. Вот я держу. Все отлично. Зачем тут маленькая рамка, чтобы я держал, чтобы вот так держать, что ли? Так неудобно так держать. Да, мне вот так удобно держать. Маркетологи, инженеры, придурки, деграданты. Не слушайте их никогда. Так, ну теперь все. Ладно, достаточно уже. Так, сколько? О. Всего хорошего, обзор. И пикселя 2, 64 гигабайта. И вообще мои мысли насчет магической линейки Google. Я все высказал. Линейка, я считаю, в тупике, она вообще не выйдет из тупика. Изначально заложивший тупые эти идеи, привязки к оператору, без карт памяти, с завышенной ценой, никакой особой души в этих телефонах нету. Просто обычный какой-то заурядный телефон с задранной ценой. Ну, если вот сейчас Pixel 4 XL, если брать, чтобы батарейка была нормальная, они там 40-50 тысяч стоят. Ну, 50 тысяч. 50 тысяч рублей. То есть это сколько-то? 77, 700, $700. Ну, как бы я сказал, по мне дороговато, не стоит вот 4 XL 50 тысяч рублей. Я бы не стал. Но если у денег дофига, ну можно купить, да, можно купить. Кому что нравится? Я бы посчитал, что нет. Ну купил бы что-нибудь другой. Какой-нибудь Xiaomi 10. 10 Pro там. Какой-нибудь такой. Особо не впечатлила меня магия Google. Так, ну вот, в общем, да, все тогда уже надо заканчивать. До свидания, всего хорошего. Сами уже решайте, что вам там интересно, нужно. Подписывайтесь на канал, ставьте уведомления и будем дальше обследовать, исследовать все подряд.